Всем привет, с вами Юмилия. Да, у меня новое окрашивание волос. Напишите в комментариях, как оно вам. Короче, там вот снизу рыженький. Я до сих пор не могу привыкнуть к вот такой вот себе. И хочу увидеть ваши комментарии на эту тему. Сегодня будем смотреть Стрейфа. Мы только недавно чекали одно из его старых роликов. Эту реакцию, если не видели, можете глянуть на канале. А сегодня будем смотреть видео про самую тупую тюрьму в GTA Samp. Let's go! Тюрьма. Жутко страшное место, в котором собрались самые жестокие обитатели сервера. Его голос мне что-то напоминает. Грабители, бандиты и те, кто не заплатили за проезд в маршрутке. Что? Чего? Оу, самые отпетые бандиты. Сегодня я стану генералом тюрьмы и буду перевоспитывать заключенных. Еще ни разу за всю игру на Аризоне я не работал в тюрьме, поэтому погнали! Вот как вы думаете, на чем я, генерал тюрьмы, сейчас еду на работу, наверное, на лимузине с личным водителем? Каком-нибудь велике, наверное? На мопеде с бомжом, блин! Я почти угадала! Страшный засранец, наверное, сидит тут за убийство. За что сел? За решетку? Я имею в виду, что сделал. Сел? За что? За решетку? Ясно. За что тебя взяли? За яйца? Сделал что? Сел? За что? За решетку? Долбоёб! Слышь, мусор! Чё? Мы вас всех убьем и сбежим из тюрьмы! Сбежим, вы окей. Слишком легкие. А ты слишком печень! Я из Фомы барон! Что? Барон! 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 У меня друг отсидел! Ногу? Вы маленькие, а мы великие! Да хоть не подпыкло, мне похрен! Завести себя плохо, муча, наряд вызову! Зачем мне наряд? Я и так нарядный! Убирайся! Особенно эта маска! Отсюда! Убирайся нахрен! Ребята! Чё? Где лучше камера, на айфоне или на андроиде? Лучшая камера? В тюрьме. Чё сидим? Кого ждем? Чё делаешь? Картошку копаю. Ты же срёшь сидишь. А чё спрашиваешь тогда, если сам видишь? Ну да, ладно, я ухожу. Кстати, а чем у нас там занимаются сотрудники? О, самое интересное. Чё ты тут стоишь, блин? Ты чё делаешь? Телевизор смотрю. Дебил, это холодильник. Сейчас футбол досмотрю. Ты чего? Никаких нет. Никак нет. А когда? Что когда? Ой, что за дебилы тут работают, а? Телек в холодильнике? А это было бы офигенное изобретение. Это что стоит, блин? Ты что тут делаешь? Стою? Это стоянка, идиот! Ну так все правильно, стою на стоянке. Ай, дайте мне сил! Кефир тоже должен служить! Почему? Я сейчас кефир пил, и на упаковке написано годен до 20-го года. Это срок годности, придурок. И, кстати... Он пропал! Нет, он не пропал, он в животе у меня! Кефир, который ты пил, прокис, дебил! О! Ладно, пойду посру! Разрешите обосраться! Чё? Разрешите обратиться! Чё надо? Присягу сдать! Блин, давай! Опасная киса! Ты чё делаешь? Присягу сдаю! Присяга — это не приседание! А чё это тогда? Да, сам не знаю. Ладно, приседай. Сколько? Три за раз. Каких за раз? Чё? Каких за раз тереть? Что? Три за один раз, дебилка! Блин, я буду смущать, что она очень близко к нему приседает. А пятки болят! А грабли у тебя не болят? Не. Ну тогда еще три стан жуманий! А, я рожаю! Чё? Что? Из меня что-то лезет, у меня схватки! Что? А, не, просрать хочу. Терпи! Выпусти, я готов кидаться буду! Ты сейчас туалетом мыть пойдешь! Захочу, вообще мать не буду, понятно? Ну так захоти. Не хочу! Работай! Чё? Пацаны! Чё? У вас какие-то терки? Не, у нас тут только вилки. Есть хочу! Да ты ел уже? Да, ну это было неделю назад! Ну вот тебе хватит! Я суши хочу! Чё сушить? А я тоже сушу хочу! Чё сушить, носки и трусы? Суши! Привет! Ты меня за идиота держишь? За яйца. В смысле? Держу вас за яйца. Официант, яйца! Вам сварить или пожарить? Почесать. Казбек, ты воду рыбам поменял? Так они еще это не выпили. А, тогда не меняй. Морозов!
Морозов! Что? Ты что за херню сморозил? Не знаю. Иди баню топи. В реке? Саму баню топи, а не что? В реке, Додик. Паша! Что за параша? Ты насрал возле туалета. Да? Так зачем ты насрал возле него, а не в него? Там просто занято было. Я рядом насрал, думал, занесут. Кирик! Что надо? Посуду мой. Чем? Губкой. Плавом? Ну, хочешь, Патриком помой. Толик, чё? Блин, так быстро все пролетает, у меня ощущение было даже, что скорость превышена. Ты полей. Да чё опять я? Ты кто по знаку зодиака? Водолей. Так заткнись, эти цветы поливай, водолей. Пескоструев. Ну как? 8. Что? А, песка. 8. А что? Я думал, они вариант такой фамилии там вынес. Да, сука, во удару. Пескоструев, мне нужно сказать тебе горькую правду. Всю жизнь мы скрывали это от тебя, но настало время раскрыть все карты. Говори быстрее, не томи. Пескоструев, ты... Тотальный дегенерат! Ну ты так было понятно! Точно натуральный генерал! Чё? Можно интервью зовут! Да ладно! Что? Да, поехали! Что не зовутся? Машину заправь в штаны? Бензином заправь, дурачок! Что? Поехали быстрее! Ты за рулем, придурок! А, точно! Как да поедем? Ладно. Дорогой! Ой, тебе дорогой, ты чё, гей? Дорогой, поехали! Что, действительно тебе нравится? Я давно хотел тебе сказать, что ты мне тоже нравишься! Мы будем отличной парой! Дорога, недорогой, долбоёб! Пупок ТВ? Всем здорова! С вами Валера Пустослова! В нашей студии вот это что-то новенькое, такого не видела. Бомжа, это значит, что я забыл закрыть входную дверь! Наш канал достиг рекордного количества зрителей! Целых 2 человека! И это мои мама и папа! Боже, дебил, я вырасту! Мамочка, я люблю тебя! Сегодня я возьму интервью у нового начальника нашей тюрьмы, Михаила Чпока! Добрый вечер, Михаил! Сейчас вообще-то утро. Откуда вы родом? Из Греции. Вы грек? Я грецкий орех. А ваши родители? Мама индейка. В смысле, родилась в Индии? Нет. Индейка. Правда, что, что вы отвечаете вопросом на вопрос? Кто вам это сказал? Правда, что вы постоянно переспрашиваете? Что-что? Говорят, вы закончили школу без троек? Да. Одни двойки. Говорят, вы жили 10 лет в лесу и хорошо разбираетесь в животных? Говорят. Это правда? Говорят. Как определить, заяц или зайчиха? Если побежал, заяц. Если побежала, зайчиха. Вы любите фильмы? Да. А вы? Бесспорно. А я спорно люблю. Правда, что до тюрьмы вы работали в полиции? Правда. И что вы там делали? Да и только лежал. В полиции. В смысле? Я лежачим полицейским работал. Говорят, до полиции вы работали в больнице и были мастером своего дела. Ага. Кем же вы там работали? Уборщицей? Как относитесь к отношениям? К отношениям отношусь относительно. У вас есть пара? Да. Пара носков. Любите грибы? Нет. Грибы любят меня. Вы бы переспали с муравьем? Да. Что? За сколько? За 2 минуты. За сколько денег? А, ну за 50 рублей. Спасибо за интервью, Михаил. Это был Михаил Чпок, новый директор нашей тюрьмы. А деньги? Ну а мне там пора. Там сыт кто-то что ли? Да, бомж шел. Пятиндийский чай и хавать без бармак. Фу, кто насрал возле двери? Всем пока. Прием, тюрьма, скоро приедем к вам с проверкой. О, нет. Псс, бабки нужны? Есть уже. Сколько? 2. Не понял. Ну, 2 бабушки, по папиной и по маминой. Я тебе про капусту говорю. Квашеную? Обычную. Не, я обычно не ем. Хочешь получить день? Че вы получаете? Так сейчас день. Каждый день, день. Ги. Ги-ги за шаги. День. Ну. Ги-ги день. Наоборот. Не ги. Выпусти меня, и я дам тебе деньги. Сколько? 10 лямов. Какой хитрожопый. Наличка. Серебейте 10 лямов. Наличка, понял? И Лагардей и Паша живо на крышу. Здрасте. Хай, здорово. Строй. Что строить? Живо в строй. Да что строить? Строй. Да? Кругом! Квадратом? Кругом! А вот! Кругом! Треугольником? Тишина! Нет! Что нет? Что вообще происходит? Тих! О, кому я дуб зеленый?
Золотая там лук был, по-моему, зеленый. Ты идиот? Вы сами сказали стих! Я имел в виду стихни! Так, слушайте меня! Ты чё, музыка, чтоб тебя слушать? Слушайте чё? Меня внимательно! Повторять не буду! Чего? Повторять не буду! Чё? Мне этот панч понравился, ты что, музыка, чтоб тебя слушать? Повторять не буду! Чё? Повторять не буду! Итак, у Бибупа скоро день рождения! Поэтому нам надо скинуться! Деньгами скинуться, не с крыши, придурки! Бибуп! Бибуп, прием! Абонент временно недоступен. Бибуп, ёлки-палки! Перезвоните позже. Там, блин, что, сдох, что ли? Я не понял, что он мне отвечает? Не понял, ты как попал сюда? Это кто? Что происходит? Ой, вам устроиться. Привет. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Прививку делал, дебил? Да. Как вас зовут? Даже здесь прививки актуальны. Блин, слушайте, кто играет на РП-серверах? Подскажите, пожалуйста, там есть ли сейчас такие вопросы, ну, исходя из тенденций современных, или... Подобного нет в играх. Ну просто сейчас, увидев это, я реально про это задумалась. Вас? Как вас? Все-таки это же роллплей. Вас зовут Квас? Пиво. А сколько вам лет? Омлет? Как бы Квас выпить. Какой омлет? Ты меня, блин, бесишь! Кто вы по знаку зодиака? Свинья. Дети есть? Были. Что случилось? Выросли. Чем работали раньше? Призрака побивал. Такого не существует. Потому что я всех убил. Вон оно что. Сколько получали на прошлой работе? 5 раз по жопе получал. 3 по лицу. Что? 1 раз по яйцам получал. От призраков, что ли? Я имею в виду денег. Сколько получал? 6 000. Чистыми? Они сначала грязные были, но я их мыл. Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов. В смысле? Я задал все. Собеседование не пройдено. Солнышко. Хорошо на улице. Да. Как же свежо. Па, чё? Свежо, па. Ты кто? Я его друг. А ты кто? А я его друг. Вы что такие? Друзья. Бибуп! Говна! Нету! Сегодня все выжрал! Что делаешь? Музыку слушаю! За постом следи! Это у него день рождения, да? За постом следи! Что? За постом следи! Громче говорить, а то музыка играет! Что? Работай, засранец! Пить! Не пить, а есть! Не, я ел уже! Когда генерал дает команду, что ты должен говорить? Что? Есть! Спасибо, я ел уже! А, и то пицца! Неизлечимый придурок! Опа, а это еще, блин, кто проверка такие? Проверка, нет? Вам что надо, уроды? Здравия желаю! Себе здравия пожелайте, сейчас как шамарну! Здравия тебе, ой, как пригодится! Это же проверка! Из администрации на проверку приехали! Упс! Я так рад вашему приезду. Чувствуйте себя как дома. Чувствовать себя как дома в тюрьме? Вы намекаете на то, что мой дом это тюрьма? Да. Ой, нет, я имел в виду на какого, что типа ну бы нам... Пойдемте посмотрим, что тут происходит. Мне было бы безумно жалко начальника тюрьмы, если бы подобный диалог был бы в реальной жизни, потому что ему была бы полнейшая, тотальнейшая жопа. Ребята, приедете за мной через час. Да кто что? Это наша тюрьма. Генерал, а что за дед дряхлый с вами? Познакомься, это дядя из проверки. Ты чё, цыплёнок? В смысле? Что? А чё ты вылупился? Ты попади, хорошо. Я в жопу шёл. Зачем? Меня Зак туда послал. Ну так иди в жопу. Иду? У меня вопрос. У меня восклицательный знак. Всё, ухожу. Это кто был? Зак. А почему он в полицейской форме? Это модный Зак. Что за сказки вы мне рассказываете? Как вы могли взять на работу этого отсталого идиота? Ты придурок! Вы заметили, что этот проверяющий 1 грамотный писал? Убил его! А чего он обзывается? Там жопа, идиот! А, кстати, я же в жопу шел. Я пошел. Наконец! Товарищ генерал, там на улице охранники проверяющего ждут. Все. Нам точно конец. Где проверяющий? Спит в тюрьме? Да. Он убил его! Что? 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 Он убил его, потому что проверяющий хотел его уволить! Это ты его убил! Нифига себе, переобулся! Нет, не мой дом! Ты поп, ты предатель! Я так давно ждал этого момента!
Сегодня ты умрешь, а в тюрьме все станет хорошо! Твои последние слова, урод! Папа, чё? Да блин, такое слово смешное! Папа! Что вообще происходит? Стреляйте! Один! Два! Они в него выстрелят, нет? Казбек! Казбек, ты спас меня! Стоп! Ты где вертолет взял? Это вертолет? Ну вообще-то да! Какой-то сюжет американской комедии. Я его купил! Казбек, типичный. Меня спас! О, а чё это за кнопка? Ничего там не нажимай, пожалуйста! А ну-ка! Бабах! Ну это, в принципе, было ожидаемо. У меня сейчас было ощущение, ой, дратути, да, было ощущение, короче, как будто я посмотрела в кратком содержании какой-то американский фильм, какую-то американскую комедию, потому что диалоги мне чем-то подобное, вот нечто напоминали. И его озвучка в самом начале, вот этим жестким томным голосом, тоже напомнила сцену то ли из какого-то фильма, может быть, даже из аниме. Напишите в комментах, если вдруг вам тоже это что-то напомнило, потому что вот у меня в голове крутится, но никак припомнить это абсолютно не могу. Ну что, ставьте лайкос, если вам понравилась реакция, если она подняла вам настроение, ссылочка на оригинал в описании, ну а также пишите, хотите ли видеть еще реакции на Стрейфа или же нет.